Высокие устремления, помноженные на максимум старания, чтобы самый большой аттракцион Самары, 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина, был чистым, комфортным и безопасным. Квартет уборщиков на мойку и дезинфекцию одной кабины тратит около 15 минут. Их на объекте 24. Очищают сначала снаружи, потом внутри. С помощью мойки высокого давления с применением биоразлагающего вещества и воды. Приводят в порядок и перрон. Также очищают и проверяют работу сплит-систем, кондиционирования и отопления. Во время запуска аттракциона утром, если контролер и ответственный за эксплуатацию объекта понимает то, что в кабине холодно, то отопление включается во всех кабинах, кабины прогреваются. Если мы понимаем то, что температура воздуха уже плюс 15 и выше, и в кабине может быть душновато, некомфортно, включается система кондиционирования. Главная задача – успеть закончить все подготовительные работы до начала открытия нового паркового сезона. Официально он стартует уже завтра, 20 апреля. Мы готовим колесо, моем как дома, чтобы у нас оно было чистое, уютное, чтобы людям было приятно прокатиться. Кассир аттракциона Наталья Лосенкова рассказывает, по будням на Самару с высоты птичьего полета смотрят порядка 300-400 человек, по выходным 1500. За санитарным состоянием кабин колеса обозрения сотрудники следят постоянно. После каждого посетителя происходит осмотр и при необходимости уборка. С очень хорошим настроением. Мы с детьми сюда все время приходим, ждали, чтобы запустились все аттракционы. Здесь хорошо, здесь все следят, так что нет никаких вопросов к парку. Кроме колеса обозрения, в парке Гагарина доводят до блеска все аттракционы. Генеральная уборка территории началась несколько недель назад, когда стартовал месячник по благоустройству. Ворошили снег. Сейчас завершают уборку осенней листвы. Занимаются подбором мусора, санитарной обрезкой веток, кронированием деревьев, восстановлением тротуарной плитки. Обновят газоны, посадят цветы. Прогулочные зоны моет поливальная машина. Кафе и другие объекты потреб-рынка готовы к приему гостей, как и главная достопримечательность парка – колесо обозрения. С начала нового сезона оно работает с 10 утра до половины 10 вечера. Генеральная уборка аттракциона, которая эксплуатируется круглогодично, проходит несколько раз в год. И два раза в день во время технических перерывов кабины дезинфицируют. Напоминаем, месячник по благоустройству продолжается. Основной общегородской субботник пройдет 23 апреля. Любой желающий может присоединиться к наведению чистоты. Выдачу инвентаря жителям организуют управляющие компании ЖСК, ТСЖ, ТСН и другие обслуживающие организации. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.